Вот такие малыши уже выступают на открытом первенстве. А это и неудивительно. Заниматься спортом невозможно без участия в соревнованиях. Именно они помогают увидеть результат своих усилий. А когда соперников много, да еще и достойных, дух борьбы развивается еще стремительнее. На ледовой арене в выходные 14 конаковских фигуристов центра Ирины Родниной боролись за звание лучших наравне со спортсменами из Москвы, Твери и Севастополя. Дети разного возраста и с разрядом. Уже Максим Осадчик, это уже второй юношеский разряд. Даша Шевцова, второй юношеский. Но, к сожалению, нет группы КМС, никто не приехал из этого спортивного разряда КМС, поэтому наша Маша Киселева является сегодня просто зрителем. На ледовой арене соревновались фигуристы разных уровней. Даже были те, кто впервые приняли участие в первенстве. Двое наших ребят показали родителям и гостям то, чему научились. Как и в обычной жизни, в спорте любой результат зависит от отношения. Одно дело, когда ребенок просто посещает тренировки, и совсем другое, когда он понимает, что в определенный день ему нужно будет показать свои умения перед большим количеством людей и выступать на публике. Именно поэтому ни один другой способ учебно-тренировочного процесса не может воодушевлять спортсмена лучше, чем соревнования. Соревнования длились целый день, ребята демонстрировали свои программы, за выполнением которых следило жюри. И самые лучшие спортсмены, те, кто наиболее качественно и точно выполнял все необходимые элементы, стали победителями. Среди первых мест наши спортсмены Даша Шевцова, Лиза Бусыгина и Лада Телегина.